В Мариэл в разгаре посевная кампания. Главная цель аграриев – обеспечить продовольственную безопасность страны и нашего региона. Поэтому в помощь им средства государственной поддержки. В этом году особенно объемной. Подробности у моих коллег. Посевная в республике в самом разгаре. На сегодняшний день яровыми зерновыми культурами уже засеяно более 77 тысяч гектаров. Это практически половина от запланированной цифры. Погода благоприятствует, отсюда и хорошие результаты. Есть и другие четкие предпосылки. Этому способствовали погодные условия и та большая работа, которая проводилась в течение зимних месяцев. И весной мы работали, накапливая материально-технические ресурсы. Это и удобрения. На текущую дату их завезено 8,5 тысяч тонн. Это на 15% больше, чем требуется на весенне-полевые работы. Хорошо идет работа по подкормке озимого клина. Подкормлено 88% от общего объема. Более 70% семян протравлены. Идет активная фаза посевной. В первой фазе посевной к севу подготовлено 90 тысяч гектаров почвы. Зерновой клин составляет 63 тысячи гектаров. Это 61% от плана. Хорошим результатом способствует и техническое перевооружение. В этом году приобретены 223 единицы новой сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 644 миллиона рублей. Этот показатель повысился на 73% по отношению к прошлому году. Технические и кормовые культуры посеяны на четверти запланированных площадей. На 3 недели раньше обычного приступили к посевной на полях примзавода «Шуйбулакский». Мы выехали боронить 8 апреля, а сеять выехали 11 апреля. Это практически на 21 день раньше мы выехали. Вот. До 28 апреля мы сеяли энергично, каждый день. 88% у нас уже было на 29 число. Но дожди нам немножко коррективы тут сделали. И на данный момент у нас посеяно 95%. Сегодня мы, думаю, что на 99% выйдем к вечеру. Оршанка у нас сейчас заканчивает посевную, Советский район заканчивает. Останется у нас буквально на завтра пару процентов в Медведевском районе. На посев идут семена только высоких репродукций. Их кондиционность превышает 99%. Количество семенного материала даже превышает необходимые потребности. Кроме прочего, продолжается подкормка и баранование озимых культур и многолетних трав. Так что прогнозы на будущий урожай оптимистичные. А зимы у нас перезимовали где-то примерно на 92-93%. Показатель не лучший, но неплохой. То есть зимы культуры будут. Но так как мы посеяли в ранние сроки яровые, то если удобрения у нас внесены, защита у нас запланирована яровых, урожай должен быть хорош, не хуже прошлого года. Отдельно надо отметить, что профильным федеральным министерством и главой республики поставлена задача в сжатые сроки довести все меры государственной поддержки на зерновые до аграриев Мариэл. В этом году мы на текущую дату уже довели более 40% от общего лимита средств господдержки. Если по направлениям, компенсирующую это 58% от лимита, стимулирующую 95%, компенсацию затрат на производство и реализацию 100% зерна. Поэтому это хорошее подспорье, которое будет способствовать вот такому слаженному проведению весенне-полевой кампании. Погодные условия сейчас таковы, что все весенние полевые работы необходимо провести в сжатые сроки. Проводя посевную, республиканский Минсельхоз постоянно держит в уме свой сектор республиканской программы индивидуального развития. Поэтому сейчас аграрии республики стремятся максимально использовать каждую минуту погожего весеннего дня.